Какая отделка для бассейна самая практичная? Как сэкономить, но получить при этом премиум качество? Что выбрать в разнообразии отделочных материалов для бассейна? Друзья, вы на канале компании Кирпул, и вы точно не ошиблись адресом, если хотите разбираться в теме строительства и обслуживания бассейна и точно знать, какие нюансы помогут сэкономить ваши деньги, если вы решили построить свой капитальный бассейн. Сегодня у нас обзор отделочных материалов для бассейна. Ответим на вопрос, какой материал выбрать и почему качественная отделка, подобранная на свой вкус и цвет, не менее важна, чем оборудование или водоподготовка. Что важно при выборе? Первое – не разориться. Второе – учесть сроки строительства. Например, в средней полосе России теплое лето хорошо, если 2 месяца. Вряд ли вас устроит, если все это время вы будете в томительном ожидании, когда же будет готов ваш бассейн. И третье – получить долговечное, красивое, простое в обслуживании покрытие для бассейна. Сегодня рассмотрим преимущества и недостатки материалов, которые чаще всего используют для отделки капитального бассейна. Это мозаика, керамогранит, пленка, ПВХ. Россыпь мелких кусочков, играющих в лучах света и руках мастера. Квадратик за квадратиком они превращаются в неповторимый узор, чтобы потом отражаться в отблесках воды. Вот такая она, мозаичная магия. Размышления на тему, какую мозаику выбрать, могут всерьез озадачить. Выбор этого отделочного материала сегодня велик. На что ориентироваться? А мы подскажем. Первое. На цвет. Ведь это тот фактор, который и будет радовать ваш глаз. Но не менее важный параметр мозаики – фактура. От нее зависит, насколько комфортно и безопасно будет заходить в бассейн. Стеклянная мозаика, несмотря на свою красоту, очень скользкая. И это серьезный недостаток. Еще один декоративный элемент чаши бассейна – затирка. Она может подчеркнуть яркость цвета, оттенить его или, напротив, создать ощущение монолита. Но главное ее предназначение – защищать чашу и мозаику от воды. Некачественные мешовные расстояния – это место, где будет скапливаться грязь и водоросли. Поэтому любой промах в выборе затирки или качестве работы с ней может обернуться серьезными последствиями. И это тоже вряд ли можно отнести к достоинствам такой отделки. Несмотря на красоту, мозаика – материал капризный. Просчеты и огрехи в работе она не прощает. Кривой угол, неровность стены или стыка – это такая же неровная подрезка мозаики. И даже если она яркая и пестрая, недостатки будут видны. Укладка мозаики – процесс длительный, особенно если чаша сложной формы. Например, бассейн 4 на 15 метров мастера облицовывают не менее 4-5 недель. Недостаток ли это? Пожалуй, да, ведь сроки тоже имеют значение. Бассейн с такой отделкой прослужит не меньше полувека. Но только при условии, если материал качественный, работа выполнена на совесть, а обслуживание грамотное. Однако нередко случается, когда на поверхности такого бассейна появляются сколы. Ну, например, уронили что-то тяжелое. Или шашечки отклеиваются. Выглядит неэстетично. Естественно, нужен ремонт. Если повреждение небольшое, то мастер устранит за один подход. А если нет, то история может обернуться лишними хлопотами и немалыми расходами. И, кстати, о расходах. Мозаика – дорогой отделочный материал. Цена за квадратный метр покрытия от 2,5 до 15 тысяч рублей. Согласитесь, это немало. Керамогранит. Можно сказать, сегодня это трендовый отделочный материал для бассейнов. Внешне красив, как натуральный камень. Но у природного материала есть микротрещины, а это риск появления пятен и плацдарм для микроорганизмов. Керамогранит этого недостатка лишен. Правильно уложенная плитка из керамогранита минимальной толщины в 3 мм по прочности не отличается от покрытия из плиток толщиной в 10 раз больше. И это несомненный плюс.
Технология производства керамогранита позволяет находить самые разнообразные решения по формату, толщине и цветовым вариациям материала. В последнее время наиболее актуальными являются широкоформатные прямоугольные формы. Но в небольшом бассейне, согласитесь, большие плиты будут выглядеть не очень уместно. Шероховатая поверхность плитки даже при попадании воды обладает противоскользящим свойством. Эта плитка не травмоопасна, но также капризна, как и мозаика геометрии чаши. Коэффициент водопоглощения керамогранита менее 0,5%. Даже у натурального гранита он составляет 5%. Однако низкое водопоглощение керамогранита приводит к тому, что на морозе плитки, уложенные на цементную смесь, отслаиваются. Поэтому их укладывают на цементную подушку только в помещениях. Если это уличная чаша бассейна, то используют специализированные клеевые составы. И вроде бы все хорошо, но цена за такую отделку бассейна очень кусается. За квадратный метр материала придется раскошелиться на сумму от 3 до 40 тысяч рублей. Дороговато, и это не считая расходов на клеевые составы, ну и, естественно, работу. Пленка ПВХ – отделочный материал для бассейна, за который топит компания Кирпул. И я сейчас объясню, почему. Простота, красота, быстрота – составляющие успеха пленки ПВХ, или как ее еще называют, лайнер. Этот материал – настоящий must-have. С его помощью отделывают новые чаши и реставрируют старые. Кстати, что тоже очень важно. Пленка выполняет одну очень важную функцию – гидроизоляция бассейна. Будьте уверены, что ПВХ абсолютно не пропускает воду. Это к вопросу об обновлении старого бассейна, если он пошел, например, трещинами. А такое случается сплошь и рядом в бетонных бассейнах. Кстати, лайнером нередко восстанавливают и чаши из композита, потому что покрытие у такого корыта – гель-коут. Это специальный лак, который дает глянцевый финишный слой. Но частенько от времени и ударов на нем появляются трещины и сколы. Так вот, нередко композитные бассейны обновляют именно с помощью пленки ПВХ. Ее натягивают сверху, и владелец бассейна лет на 20 может забыть обо всех проблемах, связанных с облицовкой бассейна. Толщина пленки ПВХ колеблется от 0,6 мм до 2 мм. Но тонкая, сами понимаете, это не лучший вариант. Например, в Кирпул работают только с качественной пленкой, толщина которой 1,5-2 мм. Прочность пленки ПВХ достигается за счет полиэфирной прослойки и двух слоев. Поэтому покрытие бассейна армированной пленкой выдерживает большие нагрузки и не подвержено деформации. Что очень важно, пленка ПВХ имеет шероховатую антискользящую поверхность. Вы, ваши дети или родители не рискуют упасть, входя или выходя из бассейна. Так что безопасность – огромный плюс этого материала. Покрытие пленки ПВХ акрилом не дает бактериям, водорослям, плесени, грибку и вредным микроорганизмам поселиться в порах материала. Акриловое покрытие устойчиво к грязи, налету, солям и хлорным добавкам. Акриловый слой в 2 раза увеличивает срок эксплуатации, интенсивность цвета и эластичность лайнера. Еще одна важная функция лайнера для бассейна – эстетическая отделка. Загляните, кстати, на сайт компании Кирпул. Во вкладке «Лайнеры» очень много разных вариантов пленки. Однотонная голубая, под мозаику, под камень, трендовая серая. В общем, с помощью пленки ПВХ можно сделать абсолютно любое цветовое решение и фактуру. Такой бассейн не отличить от того, что отделан, например, керамогранитом или любой другой отделкой премиум-класса. Пленку считают одним из самых надежных отделочных материалов. Срок службы такого покрытия для бассейна не менее 20 лет. Ремонт пленочного покрытия в бассейне – важный момент. Если это незначительный порез, можно обойтись герметиком или силиконом, в зависимости от того, в каком месте произошло повреждение. В случае, когда повреждение большое, без мастера не обойтись. Но в любом случае, это дело одного дня, и ваш бассейн будет в строю уже совсем скоро. Да, кстати, о скорости отделки пленкой ПВХ. За 1-2 дня мастера компании Кирпул делают монтаж пленки бассейна практически любого размера.
И последнее, немаловажное – цена пленки. Ее стоимость от 1800 до 7000 рублей за квадратный метр. Это бюджетный вариант, но при этом абсолютно практичный и надежный. Поэтому не буду скрывать, в компании Кирпул клиентам рекомендуют именно такую отделку бассейна, потому что заботятся о том, чтобы вы не тратили лишнего. Ну и если мы говорим о бассейне из несъемной опалубки, то пленка ПВХ – это единственно верное решение. То есть в целом бассейн из несъемной опалубки, отделанный пленкой ПВХ – это оптимальный вариант по цене и качеству. Вы получаете невероятной красоты бассейн за приемлемые деньги. Посмотрите примеры работ компании Кирпул, и вы убедитесь в том, что это действительно так. Ну а если у вас остались вопросы или вы хотите заказать строительство бассейна, обращайтесь в Кирпул. Телефоны для связи тут.